И очередная смена происходит. Григоренко, Михнов и Горовиков. Но, видимо, тренеры решили, если у первых двух звеньев не получается разыграть, пусть третье и четвертое попробуют. Гол! 2-2! Вот четвертое попробовало и смогло. Но у меня такое впечатление, что шайба от кого-то из белорусов влетела в сетку. Бросал Куляш, а вот да, страшной силы бросок Дениса Кулеша. Бросок такой, какого мы ждали от него. Но вот нам показывают Игоря Григоренко. Что тут этот Брюс Уиллис пытается услышать? От кого была заброшена шайба? В ожидании мы все напряженно довольно-таки в зале. Денисова пока не отпускают со скамейки.